Сегодня я поделюсь с вами посланием, связанным с моей личной жизнью. Но я также свяжу его с 44 главами книги Иова. Я назвал его «Когда засада сатаны становится худшим днем в вашей жизни». Что такое засада? Я поискал определение этого слова. Засада — это внезапное нападение со стороны людей, которые спрятались. Засада — это то, чего вы не видите, потому что ее планируют в тайне. В Библии есть три вида животных, которые представляют три вида атаки на человека. Есть медведь, лев и змея. Когда я говорю о нападении медведя, то это то, что вы видите. Если вы были в лесу, то знаете, что медведя можно увидеть. Нападение медведя представляет то, что люди делают. Это нападение, которое вы видите. Нападение льва немного отличается, потому что вы слышите его. Вы его слышите. Это атака, которая представляет то, что люди говорят в определенной ситуации. Я несколько раз был на сафари в Африке. Рык льва можно услышать на большом расстоянии. Когда лев рычит, то маленькие животные, вроде кроликов, буквально замирают на месте. Всего лишь рык льва пугает их. А вот почему льва называют царем зверей, а змея — это то, что вы и не видите, и не слышите. Это скрытая атака. Я считаю, что атака змеи — это атака врага словами и делами за кулисами. Так он готовится к засаде. Я также хочу, чтобы вы поняли, что агенты сатаны, его демонические духи, не могут ничего сделать, если у них нет человека, через которого они могли бы работать. Я повторю еще раз. Меня услышали только первые два ряда. Враг ограничен без людей. У него нет голоса, если человек не говорит. У него нет власти, если человек не даст ее ему. И у него нет силы, чтобы делать свои дела без такого человека, как, например, Саддам Хусейн или Адольф Гитлер. Они делают его дела за него. И сейчас я хочу прочитать вам книгу Иова, 2 главу 11 и 12 стихи. Потом мы рассмотрим их. Итак, в 11 стихе сказано: «И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места. Илифаз, фимонитянин, Вилдат, Савхиянин, и Сафар, намитянин, и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой и зарыдали, и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу. И сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма великое». Когда я прочитал книгу Иова, то разделил атаки сатаны на три уровня. Я хочу, чтобы этот материал был практичным для вас. Я назвал их «Три метода сатаны в книге Иова». Там была смерть, развод и раздор. Смерть, развод и раздор. Смерть касается тех, кого вы любите. Смерть забрала у Иова 10 детей. А как насчет развода? Развелась ли жена Иова с ним, мы не знаем точно, но она вела себя так, словно ей до этого нет дела. Она сказала: «Прокляни Бога и умри». Мы видим, что нечто происходило в его браке. Он не только потерял своих детей, но был на грани того, чтобы потерять свою жену, которая советовала ему проклясть Бога и умереть. А третье, что он видит, — раздор. Если посмотреть на то, что друзья Иова говорили о нем, то мы увидим, что они несли раздор. И это видно во всей книге Иова вплоть до 40 главы. Я хочу показать вам это. Если вы не обращали особого внимания на книгу Иова,
не разбирали ее, то могли и не заметить, что у него было четверо друзей. Мы привыкли думать, что друзей было трое. Но в двух главах Иова мы видим молодого человека. Он ничего не говорит, но слушает старших. А потом он высказывает свое мнение. Итак, у Иова было четверо друзей. Один из них был моложе остальных. И вот что говорят эти друзья. Сначала идут духовные аргументы. «Иов, наверное, Бог судит себя за какой-то грех. Ведь если бы ты не согрешил, этого бы не случилось». Затем идет второй аргумент, который я называю моральным. Они обвиняют Иова в том, что он неправильно смотрел на женщин. Он говорит, «Я заключил завет со своими глазами, чтобы даже не смотреть на женщин». Моральный аргумент против Иова звучит так. Он делал что-то морально неправильное втайне, и поэтому Бог допустил подобное. Третий аргумент я назвал аргументом справедливости. Некоторые друзья сказали, «Ты плохо поступал с людьми. Ты богатый, но не даешь денег. Ты не хочешь помогать бедным». А когда тот пытается защититься, говоря, «Постойте, я даю хлеб бедным, помогаю нуждающимся», они начинают обвинять его в самоправедности. «Смотри, какой праведный! Он не покаялся». Они начинают осуждать его, когда он начинает отвечать на ложные обвинения. Четвертый аргумент я называю рациональным, и звучит он так. Богу не нравится, когда люди поступают плохо. Бог судит тех, кто поступает плохо. Похоже, ты потерял все, а значит, ты плохой. Вот почему Бог судит себя. Похоже на некоторых верующих, с которыми я встречался. Не стоило говорить этого. Но это было очень давно. Это четыре главных аргумента друзей Иова. И Библия говорит, что они пришли утешить его. Но кто из вас понимает, что такие аргументы явно не несут в себе никакого утешения? Как говорят богословы, это были лишь дружественные обвинители, которые пришли для того, чтобы объяснить причину, почему Иов проходил через такие трудности. Я хочу остановиться на этом и сказать вам, мы должны быть осторожны с тем, как поступаем с людьми, которые проходят через трудности. Я видел, как люди приходили на похороны младенца и говорили, «Милые, Иисусу был нужен новый ангел на небе». Это худшее, что вы можете сказать родителю, который потерял ребенка. Согласно Откровению 12 главе, на каждого беса приходится по два ангела. Богу не нужно забирать ваших близких, чтобы сделать из них ангела. Во-вторых, вы не становитесь ангелами после смерти. Ваш дух и ваша душа остаются такими, как были на земле. Вы не станете ангелом. Но мы хотим объяснить, когда кто-то умирает, особенно в юном возрасте или от вируса. У нас нет ответов на некоторые вопросы, но со временем мы начинаем лучше понимать их. В этих главах мы видим трех друзей, которые занимают большую часть времени, но у нас также есть молодой друг, который приходит позже и говорит главу или две, а после этого они отодвигают его на задний план, и тройка снова оказывается впереди. Они игнорируют этого человека, который пытается мыслить рационально, успокоить ситуацию, потому что не хотят этого. Три метода сатаны — смерть, раздор и развод — имеют нечто общее. Задумайтесь над этим. Развод, смерть и раздор. Какое слово объединяет их вместе? Я вижу, что вы стараетесь, и я вам помогу. Ответ — это разделение. Смерть — это разделение. Развод — это разделение. Раздор разделяет людей в церкви, раскалывая церкви. Я хочу, чтобы вы запомнили это. Дамы и господа, это то, что вы можете выложить в соцсетях. Бог всегда умножает, а сатана всегда разделяет. Я повторю еще раз. Бог всегда умножает. Он умножил хлеб, умножил рыбу, он умножает. И присоединилась к церкви. А кто разделяет? Что говорит нам Библия? Бог не сеет смятение в церкви. Когда в церкви возникает разделение, вы можете обвинять того или другого, но я скажу вам, кто несет его. Это сам дьявол. Дух Святой пусть да поможет нам услышать это и не спешить с выводами. И мы плохо справляемся с разделением из-за гордыни в людях. Я видел, как кто-то написал на своей странице в Фейсбуке о своем муже.
Я точно не собираюсь обсуждать свою жену на Фейсбуке. Эта женщина написала: «Главная проблема моего мужа. Он не может признаться в своих ошибках. Я бы не выкладывал такое в соцсетях. Я бы не гордился этим. Когда вы поступаете плохо и не готовы покаяться, у вас проблема с гордыней. Бог ненавидит гордыню так же, как и грех. Проповедуй, Перри, проповедуй. Что такое худший день в жизни, знаете? Худший день в жизни — это время испытаний Иова. Некоторые из вас слышали, как я проповедовал об этом. Но сегодня мы подробнее рассмотрим этот вопрос. Все идет чудесно, но внезапно вы оказываетесь в западне людей или врага. Вы не видели этого? У вас не было сна, предупреждения, никто не дал вам пророческое слово. Итак, послушайте, что говорит Откровение 3, глава 10 стих. Это важное место, которое связано с историей Иова. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Обратите внимание на фразу «година искушения» или «испытания». Если посмотреть на слово «година» или «час», то нам нужно обратиться к Евангелиям, потому что там Господь Иисус говорил о часах. Библия упоминает 3, 6, 9 и 11 час. 3 час — это 9 утра. 6 час — 12 пополудню. 9 час — это 3 часа после обеда. А 11 час — это 5 часов вечера. Все эти временные периоды упоминаются в Евангелиях. Там говорится, и был 3 час, или был 9 час. Мы видим историю, которая пророчески связана с нашей жизнью. Один из этих часов связан с Пятидесятницей. Другой час связан с женщиной у колодца, которая получила откровение о поклонении. Я не буду проповедовать об этом, потому что это другое послание. В притче об 11 часе Иисус говорит, что солнце сядет через час, но Он нанимает людей в 11 часу перед закатом, и они получат то же благословение, что и те, что работали 7 или 6 часов. Вы понимаете? В этом послании об 11 часе скрыто откровение. Но я хочу показать вам, как часы связаны с Библией. В Откровении Господь говорит следующее. «Грядет час испытания, который ждет всех живущих на земле». Кто из вас был на пророческом саммите? На пророческом саммите я говорил о часе испытаний, который ждет весь мир. Мы можем вспомнить Первую и Вторую мировые войны. Вы помните эту информацию? Замечательно. Многие подняли руки. Но не все страны участвовали в них. COVID — единственная вещь, которая повлияла на все страны мира. Еще одним событием, повлиявшим на весь мир, был Ной в потоп. Задумайтесь над этим. Ной был заперт в ковчеге на протяжении 150 дней, а из-за ковида в мире были локдауны. Мы видим параллель. Весь мир прошел испытание пандемией. Я же хочу рассказать вам не о пандемии, землетрясении или чем-то еще ужасающем для мира. Я хочу поговорить с вами о вашем часе испытаний. Вы можете сказать это вслух. «Мой час испытаний». После 46 лет в служении и 62 лет жизни, наблюдая за служениями моего отца и деда, проходя наставничество у Т.Л. Лаури и Флойда Лахана, я узнал нечто о духовных атаках. Сейчас мы углубимся в суть этого послания. Я не говорю о тех случаях, когда день не задался, и вы потянули спину. Пэм упала и поранила руку, но дьявол не толкнул ее. Она споткнулась о мои тапки. Да, это не был дьявол. В нашей жизни часто бывают такие вещи. Однако настоящая атака сатаны готовится месяцы или даже годы. Она происходит в определенное время. Пройдя через многие проблемы со здоровьем, я начал понимать, что все это не случайность.
Я много лет изучал Библию. У меня есть огромный комментарий к Новому и Ветхому Завету. Все это длилось целых 7 лет. Потом я заключил контракт на написание 7 книг. Большинству авторов нужно 2 года, чтобы написать 1, а я за 2 года должен был написать 7. Я готовил по 150 посланий на год для таких конференций, и мне еще нужно было подготовить 40 посланий для нашего тура по Израилю, новые послания. Я ездил и проповедовал на протяжении 35 выходных в году. Все это происходило одновременно. Я не понимал, что враг следит за тем, как я истощаю себя, чтобы сделать что-то со мной. Я хочу, чтобы вы задумались над тем, как вы живете. Вам кажется, что вы можете жить так, пока ваше тело не начинает отключаться. Я на протяжении многих лет просыпался в 3 часа ночи, шел в офис и уходил в 8 часов вечера. И так много месяцев подряд. Я писал посты в Фейсбуке, а люди говорили: «У меня телефон включился в 3:30, и это ночью, это Пэрис Стоун». Вот как я жил. Мне казалось, что я смогу жить как Т. Л. Лаури. Барбара была его секретарем. Брат Лаури, когда переехал в Северную Вирджинию, вставал очень рано. Я решил, что приду раньше него. Я пришел в 6 часов, а он уже был там. Я пришел в 5, а Лаури уже был там. Я пришел в 4 утра, а он уже был там. И тогда брат Лаури сказал: «Брат, если ты думаешь, что можешь прийти раньше меня, то я расстрою тебя. Лучше тебе лечь спать здесь, и тогда ты успеешь». И когда я говорю вам, что враг сделал это, то да, он действительно сделал это. Но проблема была во мне. Это я должен был отдыхать. Это мне нужен был перерыв. Я никогда не ездил в отпуск. Вы понимаете, о чем я? Вы боитесь, что сейчас я начну говорить о вас. И вы абсолютно правы. Через минуту я перейду к вам, поэтому садитесь и наслаждайтесь тем, что я расскажу вам. Если вы хотите знать о времени испытания, то это то, что вы назовете худшим днем своей жизни. Он всегда включает в себя 3 этапа. Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна. Это 10 глава, 10 стих. Там сказано: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить». Если мы посмотрим на книгу Иова, то увидим, что все это есть там. А враг приходит, чтобы убить. Кого он убил? Он убил 10 детей Иова с помощью бури или торнадо. Далее, 2. Он приходит, чтобы украсть. Что сатана сделал с Иовом? У него были 1000 овец, волов, ослиц. Савеяне и халдеи, кочевые племена, пришли и украли его скот. Он потерял детей, убить. Потерял животных, украсть. А как он пытался погубить его? Это важный момент, который многие упускают. Они читают Иова 1 и 2 главы, но забывают, что враг пытался погубить его здоровье. Это 3 уровень. Итак, убить детей, украсть его богатство и зацепить его здоровье. Это 3 уровня атаки, которые враг запланировал против этого человека по имени Иов. Я хочу, чтобы вы услышали, что атаки врага, которые обращены против многих из вас, были запланированы заранее. Бог говорит сатане в 1 главе: «Ты видел моего слугу Иова?» И что же ответил сатана? «Видел ли я его? Я был у него, но не смог попасть к нему. Я обошел всю землю, но не смог попасть. Ты поставил вокруг него забор». И вот что говорит сатана: «Но если ты уберешь этот забор, позволишь мне сделать то, что я захочу, то он проклянет себя.
Итак, первое. Атаки врага на таком уровне могут планироваться за много лет, и вы даже не будете об этом знать. Второе. Это година испытания. Если посмотреть на час этого испытания, то это атака на вашу целостность. Если посмотреть на первую главу 9 и 10 стихи, то вот что сатана говорит Богу. Он служит тебе из корыстных мотивов. Ты благословил его. Забери благословение и посмотри, будет ли он служить тебе. Его жена говорит об этом во второй главе, но Иов оставался верным и не обвинял Бога в своих трудностях. Послушайте, что говорит жена Иова во второй главе 9 стихе. «Ты все еще тверд в непорочности твоей. Давай, уже похули Бога и умри. Он не согрешил ни своими устами, ни своими делами, ни своими мыслями. Он остался верным». Итак, давайте же поаплодируем Иову, потому что он достоин нашего прославления. За 35 лет проведения глобального события, именно собрание этого года, все посетившие назвали лучшим. Бог побудил меня открыть новые пророческие данные, среди которых были послания, раскрывающие сатанинские замыслы, которые сейчас отвлекают вас. Все спикеры попали в цель стрелами Божьего откровения. В первый вечер я поделился скрытым посланием еврейского Нового года, 5782-го, а также 2022 года. Я расскажу вам, как номера стихов в Торе на самом деле совпадают с еврейскими годами исполнения этих предсказаний. Вы увидите это на нашем DVD. Это удивительное откровение. Существует новое демоническое начальство, которое доминирует в американской культуре и политике, и которое я раскрываю в послании «Третий исход» — борьба Америки с духом Рамзеса. Древняя история повторяется. Узнайте новые и древние шаблоны, которые повторяются сейчас в Америке. Послание, программируя американцев на принятие метки зверя, объясняет, как массы готовят прямо сейчас, чтобы они отдали свои свободы глобальной элите, которая будет использовать будущие моры, катастрофы и нехватки еды, чтобы захватить контроль. На основании древних историй Библии и моего личного опыта в послании, когда ловушка сатаны становится вашим худшим днем, мы разберем, как стратегии сатаны работают через людей, которые могут создать время испытаний. Исследуйте план врага, раскройте его мышление. И вы узнаете, как обратить решения, которые сатана принял против вас и вашей семьи. Мое пятое послание называется «Величайшие тайны сатаны теперь раскрыты». Это то послание, которое ваш соперник не хочет, чтобы вы услышали. Это откровение изменило мою веру, надежду и придало сил. Вы должны услышать это слово. Дженсен Франклин поделится словом под названием «Настало время написать следующую главу». Оставьте прошлое позади и напишите новое будущее после того, как услышите это слово от Бога. Томми Бейтс поделился с нами словом под названием «Ангелы идут». Это послание укрепит вас в вере. Услышав его, тысячи людей попадали на пол в слезах радости. Это слово освободит вас от страха и тревоги. Джон Килпатрик поделился словом под названием «Что если?» Готовы ли вы к заблуждению? Это то послание, в котором нуждается все тело Христово. Вы можете заказать 8 посланий на CD или DVD. Вы услышите нередактированные послания на CD и DVD. Но на DVD вы также увидите мои презентации. CD доступны за $55, а DVD за $95. Чтобы заказать диски, выбирайте предложение 21ME, CD или DVD. Заходите на наш сайт или звоните по номеру телефона, который вы видите на экране. Можете не сомневаться, это один из лучших сборников, какой вы только слышали. Ваши пожертвования используются для того, чтобы фестиваль «Манны» выходил в эфир. Итак, заказывайте наше предложение 21ME. Это новое предложение.
главное событие. Вы видели рекламу, но это не все. Когда я проповедую на телевидении, вы видите лишь фрагменты, лишь 20 минут проповеди. А за эти 20 минут я успеваю поделиться лишь вступлением и первым пунктом. Суть этих посланий излагается в последующие 30 и 40 минут. И когда вы закажете CD и DVD, то получите полные послания, поэтому сделайте это. Если вы хотите, чтобы фестиваль «Манны» выходил по всему миру, то вы можете поддержать нас, заказав наши ресурсы. Я благодарен многим из вас, кто поддерживает нас. Вы написали нам сотни тысяч писем о том, как получили благословение благодаря нашему слову. Еще до того, как начать проповедовать, я понял, что Бог использует хрупкие сосуды. Иногда мы удивляемся тому, когда Бог использует слабое и неразумное, чтобы посрамить мудрых, Он являет свою милость, любовь и благодать через слабость людей. Благодаря милости и благодати Иисуса Христа мы можем следовать за Ним и исполнять Его волю, чтобы достигать людей. Я благодарен Иисусу за Его кровь и силу Его слова. Я люблю хвалиться Господом, но я хочу поделиться с вами чем-то важным. Я смотрю через мутное стекло и не знаю всего, что Господь хочет от нас. Многие из вас слышали, как я говорил о линзах камеры и о том, что Господь принесет пробуждение через линзы камеры. Мы знаем, что интернет существует давно, но Господь дал нам идею для церквей, у которых есть экраны, есть Skype, есть возможность показывать трансляции. Мы можем быть здесь, в Кливленде, проповедовать в прямом эфире, даже с переводчиком, и показывать все это на экране в большом селе или городе. Мы ощущаем, что Господь побуждает нас к этому. Поймите меня правильно. Мы много лет были сконцентрированы исключительно на Америке, но Господь говорит, что теперь настало время через камеру пойти в другие народы мира. Если вы апостольский лидер, епископ какой-то страны и хотите сотрудничать с нами, мы даже не будем приезжать к вам. Под помазанием Духа Божьего в нашей студии мы будем проповедовать вашим людям, в какой бы стране вы ни были. Мы будем рады помочь вам достичь как можно большего числа людей. В одном месте мы проводили такие собрания, и за этот год Господу пришло 65 тысяч человек. Просто благодаря проповеди через линзу камеры, я верю, что эта идея от Бога. Не стоит забывать про локдауны. А вот почему я считаю, что эта идея от Бога. Я хочу, чтобы вы знали, что мы планируем сконцентрироваться на других странах. А когда ты не можешь часто проповедовать в Америке или посещать церкви, то получаешь меньше денег. Но я верю, что есть мужи и жены Божьи, которые захотят помочь мне в достижении миллионов людей по всему миру. Свяжитесь с нами, если вы один из них. Давайте сделаем что-то вместе. Времени мало, поэтому давайте действовать. До встречи на следующей неделе.